Финальный этап школьной лиги по баскетболу 3-3 прошел в спорткомплексе «Краян». В отборочных районных этапах приняли участие 74 команды в двух возрастных категориях – 11 и 9 классов. В решающий этап вышли 47 коллективов. По 4 сильнейших в каждой категории прошли в финал области, где будут отобраны представители нашего региона в первенстве страны. После решающего этапа сформируют юниорскую сборную Украины, которая выступит на международной арене. Проект «Одесская школьная баскетбольная лига» включает в себя и как турнир 5 на 5, так и 3 на 3. Особенность – это то, что у нас есть структуризированный подход конкретно к проведению соревнований на высоком уровне согласно стандартам FIBA 3 на 3. Мы провели отборочные этапы в районах, и сильнейшие команды по спортивному принципу вывели финал города. Дальше сегодня мы отбираем лучшие четверки на финал области, который состоится 6 марта 2019 года, также в универсальном спортивном комплексе «Одесса». Ну, вообще интересно, потому что больше, так сказать, возможностей научиться играть, больше площадка открытий. Ну, как сумели добраться в финал и ну, каким вообще был весь сезон для вас? Сезон был довольно-таки легкий, тяжелых команд прям не было, только сегодня попалось пару команд. А так вообще было легко, потому что играю уже давно, 6 лет. Честно говоря, я не играл никогда еще до этого именно 3 на 3. Но особенность, в принципе, она не сильно отличается от обычного 5 на 5. Только время атаки меньше, ну и правила отличаются. Среди младших девочек победу отпраздновала 40-я школа, а среди старших – 24-я. У мальчиков-девятиклассников триумфа удостоились ребята из 25-й школы, а самыми сильными старшеклассниками стали представители 81-й. Среди участников было много игроков спортивных клубов по классическому баскетболу. У некоторых уже есть опыт выступления в Евролиге с командами Финляндии, Швеции и Литвы. В 2018 году мы стали чемпионами Украины в U16. И после чемпионства нам предложили играть в Евролиге. Мы уже 2 тура отыграли против старших команд в дивизионе Б. Там второй год и первый год старшие, а у нас команда третьего. 3 на 3 интересно. Не то, что 5 на 5 бегаешь туда-сюда. Интересно так. Баскетбол 3 на 3. Быстрее намного, чем обычный там пас-пас, проход забил и все. Уровень значительно с прошлого года вырос. Мы, ну, были хорошие соперники в Киевском районе, сильные команды. Вот. И, ну, также хочу отметить наш дивизион А, Б и девочек. Мы все очень старались и прошли.